Где-то к концу будущего года членов, прежде всего, Папского совета пригласить на хамам, но женский день отдельно, мужской день отдельно, чтобы прочувствовать. Это же традиции идут еще римо-греческая, турецкая, вот татарская, значит, булгарская баня. Это все будет представлено, вот как Белая палата у нас, как памятник там есть, и такое было пожелание, и Бушинак и предлагал, как бы, говорит, суметь бы где-то его за чертой, исторической чертой, значит, обозначить. Вот при строительстве наши проектанты по нашей просьбе предусмотрели этот хамам, пусть этот будет представлен.